Куда это вы такая собралась? Я? Не знаю, сзади меня, конечно, гостиница. Но мы в гостиницу не идем, да. Но у нас, короче, день города. И мы пришли, сейчас ожидаем одну подружку и вторую подружку. Люди нас обходят. Видя, что мы что-то делаем, мы взяли, обошли. Прикольно так. Короче, ожидаем двух подружек и валим гулять. Что еще делать на день города? С Машкой. С Машкой, да. Ой, смотри какой. Смотри. Ого, прикольный. Сер. Самоделка? Ой, я звук как от МТ. Да, коротко о нашей погодке. Вот это веселуха. Ребята, всем привет! У нас вчера был день города. Мы туда пошли, хотели позаписывать все, показать, что, как, зачем, почему. Но мы этого не сделали, мы не смогли это сделать. Музыка кричала просто нереально. Уши лопались от того, как музыка кричала. Было не особо интересно, мы собрались оттуда и уехали. Уехали в другой город к друзьям, где хорошо посидели, отдохнули, погуляли. Вчерашний день города мы провели отлично в другом городе. Ну вот как. Как-то так. Идут дожди, погода не ахти, но, кстати, это прикольно, все по своему сезону, все круто. Дождик тоже иногда полезен, тем более скоро будут грибы. Папа весь в делах, весь в работе, весь занят. Мы, короче, Тёмику выбираем еще коврик вдобавок. Боже, какие они классные. А, с высоким ворсом. Да, цвет хороший. Тёма, а ты такой пачкой? Хочу. Вот такой вот коврик, такого цвета. У нас все ковры такие. Да, будет вообще хорошо везде подходить. И хорошо, что он высокий, правильно? Ну, цвет вот этот, другой. Он поплотнее, такой повыше, круто. Так, Тёмочка, на, под руку. Все? Все, довольный? Я сильный, говорю. Я только сильный. Ты только сильный? Отлично. Папа, что мы еще будем смотреть? Ага, да, как-то так это. Липнут, скользят, непонятно, что с ними происходит. Ладно. Пошли мы дальше ходить, гулять, бродить. Давай сделаем так. Да, конечно, логично. И будет стрижка ковра. Я в багажник кидаю. Открывай. Открыл. Только не вымазывайся, пожалуйста. Я постараюсь. Вот ты можешь. Постараюсь. О, листик, выкинь его. Знаешь, что? Бесплатный проезд. Мелкому сегодня взяла. Все. Я люблю. Тёма. Смотри, что тебе мама купила. Такие, как у нас. Кстати, вот эти вот штучки не дают скользить, и сам по себе мягкий и теплый. Ну, такие, как у нас, только мы себе в том году уж покупали, а в этом году найти не можем. Не, вот эта вот и женщина, Эго, которая я купила вот эти, она сказала, привезет на следующей неделе эти самые. И женские мужские. Круто. Все? Да, кофе. Пить кофе. Не, не кофе. Вкусно? Не, ты еще не успел. Сегодня этот Android обновился, прикольно. Появилась функция «Живые обои», анимированный экран блокировки. Да, именно обновился Android, то есть можете теперь ставить всякие обои там прикольные. Так, я не поняла. Да. Что-то мне такое не высветилось. Наверное, приду домой, включу Wi-Fi, оно высветится. Обновление? О, дождь опять. Опять? Видишь? Вот жук. И на завтра дождь. Видно. Кончилось. Да у нас сегодня, получается, было максимум 17 градусов. Нет, дождь. По температуре завтра 23 и дождь. Все, приятного аппетита. Приятного аппетита. Ваше кофе? Подождите, сори. Правильно, ваш кофе. Боже, какая красота. Тучки, солнце, море. Ой, море. Море. И вода. У меня в голове просто море. Вот сюда вот мы... А, коврик, надо собаку убрать. Коврик вот сюда вот будем ложить. Сейчас посмотрим, как он по размеру будет. Ух ты. Хе-хе-хе. Можно было бы и больше, но офигеть. Это идеально. Ну, а он идеально здесь. Ну вот, отлично. Так, собаку назад.
О, еще и собака под цвет коврика, почти. Да, кстати, прикольно. О, все отлично. Все отлично, мягенько, тепло. Не, классно, ну это же у нас такие же самые, то есть ковры. Ну да, кстати, по высоте ворса одинаково. Ну, они одинаковые, да. Дальше, что мы делаем дальше? Дальше мы едем за дучиком. Потому что здесь пока еще отопление не включили, в этой комнате прохладно. Но, тем не менее, здесь немножко прохладно бывает по ночам. Так как здесь раньше никто не жил в этой комнате, была, ну, примерно так вот для вещей. Для вещей, для шмоток все скидано. Перед Тёмику компьютер переехал, так он теперь все. Его комната. Он сюда не уходит. Он еще говорит, сюда, пожалуйста, телевизор. Попозже. Сильно большие запросы. Так, а теперь едем за дучиком, для Тёмика. Ну все, поехали. Ребята, и вот так вот каждый день. Это капец. Ты куда? Что ты делаешь? Целый склад. А ну, дуй. Так, ну я в тебя буду дуть. Ну и ладно, я из... Блин, ты там не покололся? А что? Об каштановую кожуру. Нет. Укололась. Причем хорошо. А вот там я у тебя вижу за этой штукой. Да, да, да. Слышишь, я тут уже поубирала. А, да. От мойки позбивали. Шикалки позбивались и хорошо так позбивались. Смотрите, как они есть. Низко. Папа, аккуратненько их. Ого. А может вот эту сюда? Среднюю вот сюда чуть-чуть. Отлично. Все, теперь можно ехать на мойку, сполоснуть нашу красотку. Так, все, шикалки наши настроили, все круто. Да, ну, видишь, наверное, от моек сбивается, когда кёрхером, ну, это, конечно, и, скорее всего, ты попадаешь. Там же ж какой напор. Ну, мы всего лишь один раз их настраивали, как только машину купили, и все. Да. Зато теперь так классно, блин. И тихо попшикали, дай. На. Попшикали. Значок аж этот высветился. Вот то, как мы ее купили, залили. Как мы ее купили, эту вахтырку поехали, залили хорошей полностью. Да. И все. А сейчас до мороза у нас еще время есть, так что, наверное, сейчас еще каких-то пару литров надо будет докупить. Хоть литр, хоть что-нибудь. Ну, или в принципе, у нас да. В гараже, по-моему, еще куча всего. Так. А, была, подожди. Была у нас в гараже, мы покупали. Так кто для москвичан покупал? И что? Разница какая? Ну, поедем, значит, в гараж. Ну, реально, какая разница? Стекло, стекло протирает, протирает. Нормально, нормально, все. Короче, сейчас мы едем, все-таки сполоснем. Машину. Да, просто хотя бы водой. Да, просто обобьем, как бы не будем сильно это самое сполоснуть, потому что дожди были и дожди будут, и оно непонятно что, как. Короче, надо сполоснуть. Смотрите, там такая красота, а здесь такая красота. Короче, думали просто сполоснуть, в итоге помыли, намыли, натерли, вытерли. Короче, капец. Да, Пафулик? Все как всегда, реально. У нас не получается просто так это вот все. Всю красоту. Как можно эту красоту, ну, просто сполоснуть? Не, ну многие же так ездят. Приехал, сполоснул и уехал. Ну это... я согласен, мы так один раз только делали, когда мы прям в дождь приехали, помыли и поехали. Ну не помыли, от грязи, от песка. Зая, хорошо, но мы все равно ее вытирали, мы все равно все делали. Нет. Да. Нет, мы в том крайнем пути ехали, сели и уехали. Блин, я забыла, это было один раз, и я забыла уже. Короче, ребята, дуйчик мы так и не выбрали. Мы думали, там что-то есть более интересное, более какое-то такое, а из них выбор или масляный, или вот этот вот дуйчик, как мы называем, маленький обогреватель. Короче, сказали, все, наша уйдет Тёмику, и все, и хватит, правильно? Ну, наверное. Нечего нам несколько одинаковых в доме держать. Мы наш обогреватель просто отдадим Тёмику, да, и все. Да. Зачем нам покупать еще один обогреватель? Мы так, короче, сразу подумали, что надо купить, и потом передумали. Потом передумали. Все, накупили домой сладостей. Папа без слабости. Без слабости, без сладостей. Никуда. Все, едем домой. Папа говорит, обогреватель не купили, будем заедать это все дело. Это не папа, это просто ужас. А накупляли опять куча всего. Хлама. Мы же вроде дома не едим. Самый вкусный хлам. Это вот это. Вроде в этот раз должен быть спелый.
Ну, коричневый, говоря, не да, зеленый. Коричневый, не зеленый, все хорошо. А то мы как-то купили. И, да. Вроде и нормальный был, но как-то зеленоватый был, не пригоден. Должно манго. Быть вкусное. Это элитная манго. Ну, большой, да. Этот. И, кстати, мелкие были реально зеленые. Это вроде более-менее что-то такое. Да, мы по фруктам всегда. Очень сильно любим фрукты. О, эти. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Кальмарики. Папа хотел этот... Именно, как оно? Наборчики такие. Ну да, типа наборчик, там и мидии, и куча все. Нет, осьминоги. Хочу попробовать, я еще ни разу не пробовала. Осьминожки. О, и самое... Нам реально сегодня что-то захотелось, этот, ну, мясо. Это, захотелось пюрешки. Давно, да. Реально давно не ели пюре, я уже забыл, что это такое. Это мясо. В этом году мы ели его хоть зайти? В этом, да, конечно. Да, да, серьезно. Ели с полгода назад. Не, давно уже делали, потому что, ну, летом нема когда. Мы то у нас, то. Летом хоть бы успевать нормально варить первые. И мы больше едим фруктов, чем обычной еды. Короче, ладно, все. Пюрешка. Ну, пюрешка, все, можно кушать. Почему бы и нет? Да, осталось только порезать мясо, закинуть на эту картошку сверху и все. Да, и все, и круто. Сейчас пожарим мясо, корабликов сделаем хочу. Пюрешечку. А что ты раньше не сказал? Ну, завтра. А что? Чтоб... Ну, да... я взяли псалка и этот самый сделали. Завтра возьмем псалка. Ну, все, хорошо, завтра. Значит, все, пюрешка, мясо жареное и кальмарики, осьминожки. Все. Классная, что картошечка у нас из села. Да, картошечку мы не покупаем. И она реально, она вкуснее, чем покупная. Конечно, да, намного. Чмяк, чмяк. Что, мы делаем просто с этой самой маслом? Или с яичком и маслом? Да, наверное, да. Яичко туда надо вбить. Интересно, многие вбивают в пюре и яйцо. Да, а еще у нас папа любит, чтобы в пюре добавить майонеза. Кто сказал, что любит? Ты говорил. Когда ты такое говорил, да? Да. Ложь и клевета? Майонез это как? Много есть нельзя. Не, ну для вкуса, кстати, я иногда вот так вот добавляю для вкуса. Буквально там, ну я не знаю, ну вот столечко его на вот такую вот кастрюльку. И оно дает именно свою небольшую... Свой небольшой вклад. Там уже варится пюрешка. А, да. Долго будем ждать, пока она приготовится. Я сильно много разговариваю, я знаю. Ну, тоже. Сейчас пюрешку ставим и мясо. Круто. Ждем. Мясо, мясо. Ты же его не все, надеюсь. Я могу. Да нет, да там... нет, конечно, не все. Да, небольшой кусочек, потому что нам надо, чтобы еще фрукты влезли. Мясо. Какая все-таки вкуснотища. Блин, даже выговорить не могу. Румянится мясо, румянится. Сейчас еще соль немножечко добавить. Перчика. И вообще... Блин, я уже не могу. У меня уже слюнки сидят. Деревья. Ага. Куда же без деревьев? Кстати, одни из самых любимых. Надо было больше спросить, что с водички там налилось. Ой. Ой. Ломать ничего не желательно. Салат. Ой, что-то на меня тут кипит все. Меня покушает твоя кастрюля. Кастрюля? О! Нормально. Что, все готово? Да. Пюрешка. Поставлю эту. Жарится. А ей пюрешку сейчас солью. Ну то все будет? Не знаю, вряд ли. Половину. А то, слышишь, получается и мясо, и пюрешка, и на фрукты места не хватит. А хотя хочется и то, и то, и то. Поэтому всего по чуть-чуть делаем. Ну. Прикольно так. Клац, 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 и я. Ну, вот и все, и хватит. Какая красота. Ха-ха-ха. Ты молодец. Сама вырастила. А? Когда мы кастрюльки купим? Мы, по-моему, говорили еще зимой за это, да? Никак руки не дойдут. Не, руки-то дойти, они доходят. Мы видели красивые, классные, то, что нам понравилось. Там комплекта нема. Комплекта, да, нету. Там всего 2 из 3, а то из 4 весь да. Комплекты. Короче, ну, будем ждать пока и искать, пока найдем то, что нам нужно. С этими кастрюльками. А ты мне на Новый год подаришь? Да. На какой так. Только надо уточнить? Ну, желательно на этот. На 2021? Да, я. 2020. Итак, опасный номер. Но у нас сейчас жидкость пока с нее выйдет, вот эта холодная вода, пока эта самая... Дорезай последнюю. А то огонь небольшой.
Нет, нормально? Да. Пока нормально, чуть позже притешу. Сейчас тоже это все опасно. Отлично, не опасно. Не все хорошо. Это дело вот так вот делать, потому что... Кстати, а картошку чем взбивать? Не, будем все-таки давить, наверное, да? А то блендером мы, то есть не блендером, а этим миксером. Блендером, миксером. Оно слишком получается пюре. Оно получается, блин, какая-то клейкая масса. Да, если все. Сильно его это, то его проще подавить. Видишь, где оно аж находилось? Еле достало, когда мы его делали. Так. Давай. Вообще-то дело, этим делом у нас всегда занимается папа. Ну, папа сейчас занят. Ай-яй-яй. Это не я. 100%. Юшку я никуда не выливала, не подумайте. Я ее не в раковину. Но мне же пригодится. Блин. Это реально тяжело. Это масло. И яйцо. Как оно тает. Красиво, да? Давай, квейте его. Раздави его. Как оно пахнет. Пахнет, да. Чей картошка домашняя, мы уже говорили. Папа, наверное, об этом будет говорить. Да-да-да. Не бьется, папа, давай лоб. Может, макушку тоже будет неплохо. Опа, круто. И яичко там. Классно. Может, тут 20 туда выбить. Хочешь пюрешку с яйцом или яйца с пюрешкой? Тихо. Оно выпрыгивает. И половина мимо. Да? Где? Сейчас мы с ней разберемся. Боже, какая красотища. Я говорю. Все мимо. Нет, все в рот, все правильно. Все, типа готово все? Да, сейчас насыпаю эту самую картошку. Сейчас надо быстренько отсыпать, потому что я сейчас язык свой проглачу. Еда. Голодающий. Куда ты? Ой. Это ты, надеюсь, себе. Вот так вот нам. И тебе, и мне вот так вот. По 3 ложечки. Ладно, говорила. Всего по на это самое и поставить. Куда мокро и жирно. Раз. Два. Три. Это есть. А еще сейчас вот это. Да не высыпай оттуда, разрежем. Не надо. Сюда? Да. Зачем? Было бы намного культурнее с тарелочки. Ну хорошо, возьми тарелочку. Надо, чтобы было все по красоте. Давай мы же сразу этого сюда поговорим мне еще. Боже мой. Я же варила, я не могу. А что оно так пшикнуло? Я думала, оно там будет это. Пахнут. Маринованным и так прикольно. Ну что, все? Садимся кушать, идем. Короче, ребята, все. Вкусняшка есть, кушанье приготовлено. Фильм скачан. На улице, конечно, уже почти ночь. Ну да ладно. Короче, все, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита и всем пока. Все, пока, народ.